6 часов вечера до 6 часов утра столько длится ночная смена у патрулей дорожной полиции. В субботу на улицы города выехали 8 экипажей. Задача неизменно регистрировать любые нарушения. Особое внимание уделяют выпившим водителям. Одного из них остановили после полуночи в районе аэропорта. Мужчина утверждал, что выпил всего лишь литр пива. Но алкотестер не обманешь. Результат 1,19 промилле. При этом действия стражей дорожного порядка мужчина полностью поддерживал и даже приносил свои извинения за сквернословие. Или вон в тапочках, вот с дачи дока вот выехал, вот, круг дал и все. И вы меня сразу же поймали. Не, ну в принципе правильно, пьяный на дороге делать. Извиняюсь, что матерюсь. Там же в районе аэропорта в поле зрения инспекторов попала автомашина, которая подозрительно виляла на дороге и выезжала на полосу встречного движения. Просьбу инспектора остановиться водитель проигнорировала. Как выяснилось позже, со слов женщины, она просто не заметила взмах жезла. Но эта история не об этом, а о том, что сегодня в Якутии увеличивается статистика пьяного вождения среди женщин. С начала года инспектора зарегистрировали более 250 подобных случаев. И дама, находящаяся за рулем, статистику эту пополнила. Дуем дальше. Все, спасибо. Идет анализ, смотрим. По 0,1 повтора не будет. 0,90. Всего же за минувший уикенд на дорогах столицы республики инспектора зафиксировали 36 случаев управления транспортом в нетрезвом виде. Из них 3 случая повторные. Павел Танин, НВК Саха, Якутск.